Брат всегда хотел сражаться без правил. И теперь нарушил их все. Пошел на север. В предгорье его забрали бойцы Алькаталы. Добровольно или силой? Мы не знаем. Мне жаль, Фара. Твой брат... Террорист? Американский агент, который находится либо у них, либо с ними. Хадир не против нас сражается. Он мог бы убить всех вокруг, когда украл газ, но не стал же. Откуда ты знаешь? Я был там. Хотел остановить. Почему мне не сказал? Мы думали, это Алькатала. Не знали, что это он. Теперь знаем. И сегодня мы пойдем за ним. И я с вами. Выслеживать брата? Он мне не брат. Теперь уже нет. Барков объявит за него награду. Нам надо найти его раньше. Любые осложнения приведут к войне с Россией. Значит, без осложнений. Это плохая идея, Фара. Мы всегда заботимся о своих. Это не всегда так. Но не здесь. Фара нужна в команде. Это не просьба. Так. Даю разрешение на ликвидацию. Всем вам. Теперь инструктаж. На фото видно, что Хадир завладел остатками украденного газа и затем вышел на контакт с самым жестоким боевиком Алькаталы – Мясником. Разведка смогла отследить машины до жилого комплекса в горах Акрус. Считается, что там находится убежище Волка. Алекс и Фара будут на позиции для дополнительной зачистки. Браво-6 поведет отряд на поиски химикатов, поиски Хадира и ликвидацию Волка. Прищучим эту сволочь. 3-1, я главный. Будьте рядом, ждите запроса. Понял вас, главный. Ожидаю. Я транспорт 1. Наблюдаю цель. Буду через 15 секунд. Вас понял, первый. Грешник 1, видите наблюдение? Понял. Грешник ведет наблюдение. Движение. Все чисто. Мы 2-4 и 2-6. Будем здесь. Заряд установлен. Есть проход. Дверь — наша точка входа. Спереди справа. Левая дверь ваша, сержант. Трое неизвестных. Трое. Стена пробита, заходим сзади. Я 6-3, у задней двери, первый этаж чист. Понял, идем к вам с другой стороны. Сержант, может, вырубим свет, пусть им будет темно. Выключаю свет. Второй этаж, за мной. Стойте здесь. Поняли. Веди. Идем на второй этаж. Движение. Слева у двери. Минус 2. Проверяю слева. Руки! Руки! Всем внимание. У меня одна женщина. Вас понял, капитан. Смани халла. Рухала хайфет ан-нур. Ададу нгбир. Лазм нстаслим. Все чисто. Один убит, один неизвестный. Понял. Выдвигаюсь. Мамин рахет! Слева, слева.
Захожу внутрь. По нулям, объект не обнаружен. Понял тебя, Кайл. Парни, включаем свет и начинаем обыск. Всем подъем. Отряд «Браво», собраться на первом этаже. Драйвы, диски и накопители в сумке. Бумаги в коробке. Мы не опустим руки. Никак нет, надо поговорить. Послушаем. Мой сын. Спокойно. Отпусти его. Отдайте мне моего сына. Спасибо. Не бойтесь, мы вас защитим. Где волк? Чайхана. Под землей. Спасибо. Запри их. В чайхану, за мной. Всем отрядом, «Браво» выходит в чайхане на повторную защиту. Тоннели, открывай, Кайл. У нас тут дыра. Всем отрядам во втором здании тоннель. Иду туда. Так, полезли. Я поведу. Удачи. Мы за тобой. «Браво 06, я эхо 3-1. Тоннель обрушился. Прием!» «Мы отрезаны. Лишь мы с тобой». «Ах, как в старые времена». «Да, но мы не одни. Мы теперь в логове волка. Здесь растяжки. Пригнись». «Обезвредил». «Забери гранату. Иди тихо. Они прячутся. Голоса». «Это ты?» «Ну, они знают, что мы здесь. Опять растяжка. Осторожно!» «Право от тебя! Там связь!» «Снял их связного. Чисто!» «Идем дальше. Иду к тебе. Вижу одного. Левая ниша. Иду налево. Слева чисто. На моей стороне проход. Сзади. Иди направо. Справа чисто. Чисто. Пахнет бензином. Ты ранен? Я в норме. Кажется, можно проползти. Зачем ты привел ее сюда? Уходи, ну! Я не смогу тебя защитить. Идем с нами, Хадир. Нет, теперь уже поздно. Покажи свое лицо и умри. Фара, прошу, эти люди просто хотят нам помочь. Ты лжец и предатель. Ошибаешься. Вот увидишь. Саруон! Хадир! Ядами, ро! نبه التنين جهزوا حالكم يلا نشوف
Сланна. Здесь край. Осторожно. Все нормально. Спускаюсь к тебе. Нет, иди за Хадиром. Я найду путь наверх. Осторожнее там. 06, я 3-1, как слышно. Внимание всем. Я Эхо 3-1. Передаю вслепую. Цель еще в тоннелях. Отслеживаю. Это все бензин. Хорошо. Давай идем. Впереди. Иди. У вас есть только я. А я просто борец за свободу. Таймер, поиск смертника. Отсчет идет. Обезвредим. Алекс, помогай. 20 секунд. Действуй в точности по моей команде. Режь провода. Готов. Зеленый. Через 3, 2, 1. Режь! Зеленый, дальше. Желтый. Через 2, 1. Режь! Желтый. Последний. Красный. Красных 2. Верхний. Через 2, 1. Давай! Есть! Готово. Отлично. Это все ты. Спасибо. Где научилась? Многолетний опыт. Да уж. Всем, я Эхо 3-1. Передаю вслепую. Джекпот. Главная цель уничтожена. Алекс! Раз уж не я, хорошо, что это был ты. Жаль, что его не убить дважды. Ну, бывай. Thank you.
Поздравляю с отличной работой. Хотелось бы отпраздновать, но, боюсь, с банкетом придется подождать. Хадир с друзьями уже в пути. А где они? Терпение. Может, они не друзья? У генерала другое мнение. Норрис, я же тебя просил. Скажи им, Ласвал. Или я сам. Командование официально сменило статус сил Фары. А может, переведете это на английский? Они теперь в списке. В каком списке? Международных террористов. Я приказал своим морпехам считать армию Фары врагами. Что? Они наши союзники. Теперь уже нет. Держите своих мальчиков на коротком поводке, полковник. Иначе что? Иначе я вас на нем повешу. Кейт, этим людям нужна наша помощь. Мы ничего не можем сделать. Очень даже можем. Я сам буду решать, кто мне друг. Алекс, не надо. Я возвращаюсь в Урзыкстан. Останусь в армии Фары. То, что вы делаете, незаконно. Да, в общем, все, что мы делаем, незаконно. Только хорошее. Я по-прежнему друг. И я. Спасибо вам. За все. Это еще не конец. Поверь мне. Конечно, верю.